Ну чё, народ, серия будет называться довольно интересно. Это Infinity Language. Народ, я сейчас вас немножечко, наверное, удивлю, но меня вайпнули. Да, серьезно, меня вайпнули. Я немножко сам охренел, если честно. Я такого еще ни в одной игре не видел. Скажите-ка мне, пожалуйста, в какой игре вас онлайн вообще вайпают? Вот это вот мне очень интересно. Меня реально вайпнули? Я немного... Ну да, эти серии так сниму, потом их выложу вместе с обзором. Я решил переделать обзор, потому что вроде пишет, что игра хорошая. Но, судя по всему, игра это не то, что нехорошая. Это еще тот такой шлаг, что дальше ехать некуда. Где в онлайн игре хоть какую-то вас вайпали? Да, у меня база была не сильно развита, но она была развита. Где-то на часа так 3 времени. Прикольно? Прикольно. Ответ нет. Я немножко в шоке сейчас. Ладно. Чего от нас хотят? А, ну вот это вот то же самое начало. Народ, повторяю, начало. Прикольно? Прикольно. Охренеть. Я немного реально в ауте. Это вообще как? Лайкнули. Прекрасно. Какого хрена? Что это за... дичь-то такая. Пойдешь дивизию. Да, создать операцию, подтвердить. Не надо мне писать. Вот, ты там это сделал, я ничего не делал. Я хотел в нее зайти, до базу доразвить. В итоге оказалось развивать нечего, потому что меня вайпнули. Я в ауте просто, слушаю. Это, конечно, трындец. У меня нет слов. Да не, народ. Это вот какого бодуна-то вайпнули, интересно. Так, второго. Так. 29 апреля оно вышло. Сейчас у нас 20 мая. Кому интересно. И я вайпнут. То есть не поиграл сколько тут меньше месяца. Все, тебя вайпают. Это что, так нормально, да? Типа все хорошо. Объяснит никто, ничего за хрень происходит. О, я торчу. Хотя нет, я просто в ауте. Это меня немного... Я немного в шоке. Я реально немного в шоке. А, кстати, видела... Fleet composition updated. The strength of the privateers should not be underestimated. Дату поставить. Так, ну что, исследование? Тыкаем по новой. О, блин. Единственное, что хорошо, что эти серии мало весить будут, и их быстро залью. Вообще, она не тупила, как не знаю, что было прекрасно. Да, слушай, конечно. На. Блин. У меня вообще просто башка уже болит аж от такого, слушай. Какого черта? Да выбрал уже. Ой, жопа с ручкой. Изучить я могу. Эур, что-то такое делал. Не, ну это вообще, слушай... Это не сказки сказать, не пером описать. Да уж. Да, я сейчас в другом секторе, можете посмотреть, где-то здесь координаты есть, вот. Реально, народ, говори мне, та же фракция, та же самая, я сейчас назвал Луксатарион. Все то же самое, меня реально вайпнули, это капец. Это вообще, блин, я не знаю.
Ну и что ты мне здесь показываешь, я что-то не понял. Ой-ой-ой-ой, у меня же башка раскалывается реально, слушай. Как так, бляха-муха? Чищу, у меня вайпнули-то вообще. Теперь для фрегатов. Алло. Раньше она меньше лакала. Production line is ready. Башка раскалывается. Да, блин. Пожимай. New operation created. Ай, как он там отлетит? Так, нажми сюда, чтобы перейти в меню помощи. Какую еще помощь? А, справку, помощь. Капец, слушай, вот это, конечно, удивили меня. Ой, господи, так, база. Тебя надо улучшать. Создать флот управления ресурсами. Так, общий пор достигает уровня 3. Дай посмотрим. Тарелки здесь у нас на 5 минут, да? Construction complete. Панич. Так, нанесите поражение трем флотам, вообще порт в курте, да. Выбили уровня фрегата и 6. Продолжение следует...
строительство и будем базу улучшать. Это опять же 5 минут. Верфь. Стоп. Его улучшаем. Вместимость 200, 205 тысяч. Begin construction. Ускорим. А по 5 минут толку-то мне от них. Сильно мне это не поможет. Construction underway. Construction complete. Begin construction. Делается вир для фрегатов, общий порт, вир для обслуживания служебных кораблей. Очередь строительства. Construction complete. Construction underway. Construction complete. Готов улучшить. Begin construction. Подтвердить. Ну да, ускорять будем, а чё. Улучшить, ускорить. Нет. Минутки я подожду, думаю. Это не проблема. Это для служебных кораблей. Очень... Пойдется только на две у нас плюшки, да, понятно. И что нам для расширения нужно? Ага, общий порт нужен, склад четвертый. А, то есть надо, короче, еще дополнительно. Ну, это мы сейчас сделаем, не проблема. А, надо построить корабли. Наверное. Они строятся, да. Можно как-то время посмотреть, как ты там строишь. Мне, конечно, кое-что интересно. А, вот 24 минуты оставшееся время. Ship production line is ready. Все круто. Production underway. Не хотел его сейчас строить, ну ладно, пусть он строится. Так, что тут у нас еще есть? Пространство, строительство. Во-первых, можем взять немного рейсиков. 250 тысяч база. Да, слушай, конечно, меня она сейчас удивила, то, что меня вайпнули. Охренеть как. Так, лучшая версия строительства кораблей. Погоди-ка, я же его поставил на улучшение. Да, она улучшается. Так, вир для фрегатов, кстати говоря, о птичках тоже улучшаем. Че тут еще? А, скорее всего, после первого запущу. Чтобы не было перегрузки, блин. Мозгового штурма, так сказать. Но штурм, конечно, мозговой был жесткий. Так. Флот. Угу. Так, подтвердить. New operation created.
Construction complete. New fleet created. Я там тоже народ ржал. Ты отправил флот этих кораблей мелких на флот там более сильный. Блин, я проверял, корабли остаются целы после уничтожения или нет. Тут вообще-то совершенно другая разница во всем этом. Fleet composition updated. Ура. Что еще тут за задание есть? Совместное нападение. Сколько они там лететь-то будут? Пространстве, блин. Уже долетели. И они уже вернулись. Да вроде нет. И здесь. Не отправил, что ли, получается? Какого? Забавно. И вот они полетели, да? Тю-тю! Не уж. Так, что у нас там по базе? Надо же и улучшение ставить. Ой, надо хоть сегодня тогда серии заснимать, потому что я чувствую, завтра меня опять вайпнут. Ну, такого, народ, я идиотизма нигде не видел. Вы меня ж извините. Но это уже, по-моему, беспредел. Construction complete. Это просто беспредел, по-моему. Begin construction. Ну, я торчу. О, расширить можем. Так, расширяем. Так, расширяется оно без ускорения, да? Ну ладно. Давайте там воевать-то пошли. А, почти долетели. Давай посмотрим в кавычках боевку. Engineering at your disposal. Roger that. Ready. Ow. Та-т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 а.
Ну а где звук хотя бы выстрелов? Или тут написал какой-то баран? Это космос, здесь не должно быть выстрелов. Это, блин, игра. Это не космос, это игра. Не надо путать игру. Но, судя по всему, да. Где выстрелы-то? В космосе их не слышно? Понятно, это не в космосе их не слышно, это разработчику впадлу сделать звук выстрела. Народ, если вам не нравятся звуки выстрелов в космосе, залазим в опции звука, нахрен их отключаем. Чего вы голову другим и парите? У меня такой вот вопрос конкретно. А сейчас на данный момент здесь вон получается. Вообще даже звука нет. Вообще как-то скучно. Унылое говно. Особенно без звука. Я вот единственное здесь могу сказать, это разработчики просто лень вставить звуковые файлы в оружие. Всё. А чё, нет что ли? Я говорю, не нравятся звуки, отключаем стрельбы. Всё, проблем нету. Да, конечно, неожиданно. Так. Ладно. Пока мы тут занимаемся расширением. Так, а нам нужно расширить напрямую, во-первых, верфь для фрегатов. Ускорить ее. Ну да, до пятерочки забираем. Эту хрень надо улучшить. Construction underway. Begin construction. Construction complete. Begin construction. Construction complete. Construction underway. Хватит мне этой хрени. Да, уже практически впритык. Ну, любопытно. Потом-то здесь мы ускорить никак не можем, да? Любопытно. Ну, уровней здесь много, в принципе, но я все осматривать не буду. Давай посмотрим, сколько здесь осмотрю. Пусть она пока тогда. Ну-ка, задание. Принимаем. Ура, мы что-то выполнили. И все, да? Опа. Да и как мне это сделать, вопрос такой, можно? Интересненький. Посёрите всё. Ати-ти-ти-ти. Так, я так и не нашел здесь звуков никаких. Тут их нету, в принципе, практически, народ. Серьезно? Выполните сбор. Это что ещё за фигня? Правка сразу, да? New operation created. Не хочу этот маленький отправлять, но вот по заданию-то надо.
Ожидание-то. Какой это уровень? Третий уровень. Первый уровень. Давай атакуем тогда его. Ну. Спасибо. Так. Подтвердить. Не возвращался еще док, кому интересно, флот. Смысла его туда пихать нет, он не поврежден. Практически. Здесь у нас тоже первый уровень. Что я от них вообще получаю? Чертежи. Все, вспомнил. Чертежи, чертежи, чертежи. Кораблеры. Каперский флот. Так, а камеру здесь назад отвести? А никак. А не получается. Какая прелесть. Так. И что мне там? Присоединяйтесь к Facebook и Discord. Я к вам присоединюсь, ага, на том свете. Так, ставим победа, победа, победа. Ну, это не мы можем прочесть все. Так вот, они здесь пошли типа драться. Давай посмотрим. Пиу, 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 пиу. Вот где звук? А? Капец просто. Без звука тут... Мне уже сбать начинает хотеться. От этой игры... К тому же, как мне увеличить? Вот будто у меня хорошего уровня, вряд ли мне это поможет. Так, ладно, их тогда возвращаем домой. Дел. Операцию отменить, господи помилуй. Что за бред? Так, исследование там довольно-таки долго будет идти. Файлы все, да?
класс. Fleet composition updated. Было. А хотя еще долго там строится, будут ее улучшать, да, главный модуль. Убавление ресурсами. Получить все. Да, ускорялочку получаем. Так, что у нас тут еще? Расширение у нас идет. 19 минут. Производство кораблей. Фрегат многоцелевой. Да. Десять. Да, пусть пока будет так. На этом, наверное, я серию закончу. Буду постепенно здесь развиваться. Но, в принципе, вы сами все прекрасно видите. Звуков нет. Игре меня вайпнули. Это называется, я хотел дать игре второй шанс. Зашибись, гениально. Еще к тому же... Я, короче, промолчу. Я просто промолчу. Уже эти два факта, блин. Тут только одного факта хватает, что мне в игре вайпнули с какого-то хрена. Ладно, всем удачи, всем пока.